Пациент сбежал из ковид-госпиталя. Это произошло в Тирасполе несколько дней назад. В 5 вечера 51-летний мужчина поступил в РКБ. В приемном сделали тест на ковид. Результат положительный. Начали оформлять на лечение в стационар. В это время поступило несколько человек, 3 или 4 человека одновременно. Пока я осматривал других людей в других палатах, его привели в палату мужскую. И, собственно, пока я был в другой палате, он спокойно прогуливался по коридору. Как бы у нас это не запрещено. Ему сделали замечание о том, что нужно в маске в коридоре находиться. И потом санитарочка крикнула, что он, собственно, спустился и убежал. Вызвали милицию, начали поиски. Мужчина тем временем пришел домой, начал бить в двери. Супруга испугалась, подумала, муж не трезв, позвонила в дежурную часть. Около 9 часов вечера, может быть, чуть раньше, мне милиция его привезла обратно в отделение. И, собственно, пришлось уговорить его лечь. Я уже провел осмотр. Сейчас он продолжает лечение у нас в стационаре. Мужчине грозит уголовная ответственность. В МВД напоминают, за самовольный уход из коронагоспиталя штраф до 18 000 рублей или лишение свободы до года.